Итак, смотрите, клубничка посажена, полностью грядка. Самое главное, чтобы серединка, откуда начинается рост клубники, не был заглублен. То есть, чтобы земля там не была, земля, чтобы не собиралась. Вот наглядно маленький кустик, смотрите. То есть, земли внутри нету. То есть, если будет собираться вот здесь внутри влага, то есть будет вода стоять, что земля не будет давать воде выходить отсюда и тому подобное после тех же дождей и тому подобное, то при посадке клубника просто-напросто в корни загниет. То есть, ну и опять же, когда будете добавлять тырсу в землю, смотрите, чтобы не было много тырсы, так как впереди зима, чтобы влага, слишком много влаги не было, чтобы корни и клубники тоже не вымерзли. То есть соотношение где-то 1/4 тырсы и остальное земля. То есть, и вот весной посмотрим, какие кустики у нас будут при таком методе посадки.